Good morning. First of all, I would like to thank the invitation to be here and to be able to share some ideas about teacher education. And I have entitled this talk, Standards, Professionalism and Teacher Education, Critical Issues and Opportunities. So I'll be sharing with you some thoughts and some ideas based on international research on the topic, but also by presenting some examples of the education program in my own university. So this is the overview of the talk. Я буду кратко говорить о качестве подготовки преподавателей. Мы всегда будем говорить о качестве образования, подготовки учителей. Это то, что мы всегда имеем в виду. Мы будем говорить о профессионализме преподавателей, начиная с начальной стадии обучения. Мы поговорим о стандартах и компетенциях, что это for initial teacher education. And then finally, I will talk a little bit about the Portuguese system of teacher education, and especially at my university, regarding the change that we have to undertake after the Bologna Declaration. So we have to revise and restructure all teacher education programs in 2008. So I will show you что уже сделано, и поделюсь некоторыми соображениями. Мы говорим о качестве подготовки учителей, и это всегда касается выпускников. И если мы посмотрим обзор литературы, мы поймем, что понимание качества часто разнится от подходов в образовании, но мы также должны понять, что качество — это сложный аспект, это невидимый аспект, его сложно оценить, но это очень важный вопрос подготовки преподавателей и учителей. Это документ, который существует в Европе, и мы видим, исходя из него, что хороший преподаватель — это тот, который может приносить свои знания, делиться ими, передавать всю сложность и справляться со сложностями, и также работать с каждым отдельным участником группы. И изучение, которое проходило в 9 странах, определило ключевые принципы, которые определяют качество в подготовке учителей. Они измеряют степень интеграции знаний, это критическое оценивание того, что происходит в классах, в школьных ситуациях. Это касается качества и профессиональных ценностей. Мы должны подумать о том, как эти компоненты внедряются в осуществление программы образования. Мы также должны понимать разницу между качеством подготовки учителя и качеством его работы. Это четкое разделение качества учителя — это его личные навыки, его развитие, которые он и качество преподавания — это инструкции, соответственно, которым преподаются за определенные предметы, и что позволяет студентам приобретать навыки и знания в определенном контексте. И мы не можем забывать о контексте, социальном, политическом, экономическом, культурном контексте, в котором происходит подготовка и обучение. Исходя из обзора литературы, существуют определенные предположения о качестве подготовки преподавателей, и мы сталкиваемся с вопросом оценивания качества подготовки. И качество подготовки — это всегда острый вопрос, и это
Мы говорим о мотивации, навыках, о ключевых факторах, которые влияют на формирование качества образования и качества подготовки преподавателей. И мы особое внимание уделяем на результаты работы. И мы можем говорить о наивном представлении о качестве подготовки учителя, но мы также принимаем во внимание культуру в школе, осуществление благодаря каким-то определенным внутренним ресурсам. Если мы рассматриваем международный контекст, различия очевидны. И во многих странах подготовка учителей подвергается критике. Мы говорим о качестве, об эффективности и так далее. Но в литературе, международной литературе, две главные идеи определяются как разница между качеством подготовки учителя и качеством его работы с учениками. Это реалистичный подход, который принят в Финляндии на основе исследований в этой области. Это одна идея, и другая идея это заключается в том, что преподавание и подготовка учителя является непрерывным процессом. Подготовка учителя это подчиняется международным стандартам, и мы рассматриваем целый ряд моделей. Даже внутри Европы мы находим страны, которые требуют магистерскую степень для того, чтобы работать учителем. Есть страны, в которых модели отличаются, и способы получения квалификации тоже отличаются. Университеты и школы, вовлеченные в процесс преподавания, и мы говорим о партнерстве между школами и университетами, но эти вопросы осуществляемы на основе определенных предпосылок, и мы должны думать о том, что мы анализируем, и какова роль университета в школах, в развитии профессиональных знаний учителей и учеников. Также важно разные представления, школьные правила, как мы рассматриваем школьные программы обучения, как мы определяем роль учителя в развитии школьных программ. Это вопросы, которые также необходимо принимать во внимание, когда мы анализируем, рассматриваем подготовку учителей. Также важно учитывать ту литературу, которая освещает вопросы подготовки учителей и разработки программ. И поэтому качество подготовки варьируется в разных контекстах, и иногда число работ посвящается вопросам трудозанятости, и когда мы анализируем качество подготовки образовательных программ для учителей, у нас есть международное агентство, и оно обеспечивает аккредитацию учебных программ. Поэтому мы видим, что есть разные пути для достижения качества образования, и в нашем образовании у нас очень высокий уровень занятости учителей, но есть еще другие показатели. И я еще раз хочу подчеркнуть, что существуют разные подходы к определению качества образования в разных контекстах. В этом контексте возникает целый ряд вопросов. К чему подготовить учителей, что они ждут от подготовки, что будет необходимо, какие требования они должны будут отвечать как учителя 21 века, что они сами изучают, как их роль в разработке программ, какую роль они имеют в разработке программ. И мы можем найти различные вопросы на эти вопросы в различных контекстах. Все страны имеют приблизительно похожие проблемы, но решения этих проблем могут быть разными. Я приведу
например, программы моего университета. Вопрос профессионализма. Мы считаем, что наши учителя все профессиональны, но существуют разные взгляды на профессионализм в подготовке учителей. Это спорный вопрос о том, как готовить перспективных учителей, на каких платформах, и это всегда должно быть IT-подготовка. И мы переформировали нашу подготовку в контексте политических, культурных, социальных изменений, экономических изменений. Мы определили ключевые задачи, и это уже освещалось предыдущими докладчиками, и технологические задачи в мире глобализации и технологизации. Мы сосредоточены на стандартах для школ, для подготовки школьных учителей, и мы принимаем во внимание в плане качества обучения и инициатив. И мы должны понимать, что мы должны передавать эти условия и осуществлять их на практике, определять одни и те же термины для одних и тех же процессов. Мы должны уделять особое внимание контексту, в котором мы предлагаем какие-то идеи и переносим их в различные контексты. Еще раз, рассматривая международный профессионализм преподавателя, я могу привести два примера, но их гораздо больше. И профессионализм также касается технологизации процесса, и, естественно, ориентация на осуществление программ – это главный фокус всех профессионального роста. Мы смотрим положительно на профессионализм, и мы рассматриваем моральные цели, этические цели. И на особые черты каждого индивида, и существуют различные взгляды. So when you talk about the teacher professionalism, you also need to talk about standards and competencies. They are not the same. Sometimes they are using interchangeably or in a different ways, or sometimes they mean different things in different contexts. And I'm quoting Mentor and Hulme about this issue of standards. They see sometimes they are seen as part of a general move in the direction of accountability, based on notions of performance, performativity, and have been seen as unnecessarily restrictive in some contexts. So we need to reflect about teachers as doers or agents of change. So we can also ask other questions like, what about the moral and social purposes of teaching? What about the социальной ответственности и задач профессии учителей, с точки зрения самих учителей? Есть различные значения в разном контексте, которые варьются более инструментального до низкого внимания компетенции, до более открытого и гибкой ориентации, в частности, на стандарты, которые не очень хорошо принимаются, по крайней мере, на моей стране, потому что есть разные коннотации и различные трактовки. Мы предпочитаем использовать термин «компетенции», как и в других странах. Субстандарты могут рассматриваться как способ улучшения качества работы преподавателя, в некоторых случаях как способ контроля деятельности преподавателя в США и Англии, согласно Австралия подстает, но другие страны, как я сказал, которые есть определенный набор компетенций для педагогического образования. Также Марджери будет говорить о стандартах образования в Шотландии в рамках этой конференции, они менее ограничивающие, чем в Англии, например, которые, может быть, связаны с традиционными ценами, которыми наделяется профессия учителя. А в Португалии у нас были специальные стандарты для оценки деятельности учителя, но они действовали только 2 года, потом они были отменены, поскольку они
нехороших принимали с профсоюзами учителей, учителями, руководителями школ, директорами. И теперь у нас есть формат, в котором мы работаем на основе компетенции. С точки зрения учителей, с точки зрения программы педобразования, в этом постановлении, которое было опубликовано в 2001 году, у нас есть инициатива ввести стандарт, она была неуспешная, но мы видим, что будет через несколько лет. Но социальным и профессиональным категории эти программы подготовки, участие в взаимоотношении с обществом и профессиональное развитие на весь период жизни, то есть на долгие годы. Определенный набор компетенций, на чем они концентрируются. То есть, что должен уметь учитель, помимо таких критериев, как то, как они думают, то есть их показатели профессиональной эффективности и с точки зрения, насколько они соотносятся с узким характером учебного плана. Есть большое количество вопросов, которые еще не разрешены не только в Англии, но и в других странах. Есть необходимость ускорить более развивающего и других стандартов. Обычно я буду говорить кратко, чуть позже. У меня есть только 5 минут, но я думаю, что я смогу их рассказать, поскольку я хотел бы указать, что преподавание, как было сказано прежде, это сложная практика, это комплексный подход. Необходимо учитывать исторические, культурные и другие аспекты, и в том числе и в Португалии. У нас было случилось 40 лет диктатуры. Нам необходимо понимать концепцию преподавания в конкретном контексте, также в странах, которые отвечают по-разному на существующее давление. Идея стандартов и компетенций – это вопрос, который для обсуждения. Нет четких каких-то терминов, нам необходимо понимать их в контексте определенном. Но я имею в виду, то есть мы можем понимать различные вещи в зависимости от контекста, так же, как мы понимаем профессионализм. Кто определяет стандарты или компетенции образования? Какие цели имеют эти стандарты? Они будут использоваться? И с какой целью? Очень кратко, если мы посмотрим международный контекст на начальном образовании, есть различные, порядка более двух, мы можем определить два подхода к начальному образованию: дидактически ориентированный. Я не говорю, что они не важны, они, конечно же, важны, но, возможно, начальное образование должно идти дальше. И нужно подчеркнуть этот формат исследований, который используется в некоторых странах, как, например, в Финляндии. И, конечно же, мы используем этот подход в контексте португальской системы образования номер один, поскольку я хотел сказать, что есть различные подходы понимания исследования начального образования. В некоторых программах он не существует, а в некоторых программах, кроме интегрируют эти исследования в подготовку, в начальном этапе подготовки преподавателей. Это международная программа в Бразилии, которая была запущена в Бразилии для того, чтобы стимулировать исследования в начальном образовании и были связаны с школами и университетами. Да, прошу прощения. Что касается португальского контекста, мы говорим высокопрофессиональных, высококвалифицированных профессионалов, поскольку преподаватели начальной и средней школы должны иметь степень магистра. Это основано на сотрудничестве между школами и университетами. То есть это интегрированная эта система. Я не буду вдаваться в детали, но это было основное изменение после Болонской декларации, то есть 5-летнее обучение, для того, чтобы подготовить или обучить будущего учителя. Но у нас сейчас новый формат работы. 2-летнее обучение, программа магистратуры, первый цикл, бакалавр технологий, математики, физики, затем они получают степень магистра в преподавании биологии, математики и так далее. Есть вопросы, связанные с фрагментацией по предметам, образовательные исследования. С другой стороны, есть поляризация профессиональной практики и содержание этого обучения. На начальном начальное педагогическое образование в Португалии включает все эти 5 зон, 5
подготовка по предмету, общая подготовка, специальная дидактика, культурная и психологическая дидактика, которую я считаю достаточно интересной для подготовки учителей, для как бы комплексного характера и того, чтобы обеспечить предсказуемость этой профессии, и акцент на профессиональной практике. Я не буду подробно говорить о этих моментах, я хочу просто привлечь ваше внимание к трем форматам, к трем этим основам, которые мы должны учитывать, по крайней мере, в нашем университете. Концептуальная, стратегическая и аксиологическая размерность или формат. А касается этических и политических последствий, то есть и аспектов, которые нужно учитывать при подготовке учителей. Мы об этом тоже будем говорить. Я хочу сказать, что это некий формат, который мы используем для определения профессионального облика учителя. Конечно, мы пытаемся интегрировать эти исследования в практику. Они развивают, ведут различные педагогические проекты, они пытаются создать портфолио, должны представить окончательный отчет на основе своего исследования и на общественном слушании, на экзамене. Есть и другие особенности. Это роль сотрудничающего учителя на начальном образовании, и в частности, с точки зрения практической его реализации. Рефлективный компонент, который ориентирован на профессиональное развитие учителей, это демократичный взгляд на педобразование, который связывает теорию и практику и исследование. Это, в общем-то, одна из основных элементов, ключевых элементов. Есть и другие, конечно, сложности. Опять-таки, я не буду говорить о них подробно, но для того, чтобы разработать, вести исследование, нужно время. Иногда у вас его нет. Потому что магистерская программа – это двухгодичная программа, и есть определенный риск, что практика станет более-менее практикоориентированной, а более ориентированной на фундаментальную науку. Группа исследователей, она изучает эту программу, наши практики, насколько они эффективны, именно в рамках педобразования. И я хотел бы подчеркнуть, когда я заканчиваю, прежде чем я закончу, потому что время уже подошло, подчеркнуть необходимость специальных программ, повысить роль учителей и предобразования, практикум и взаимодействие и связи между университетами и школами. Это мы забываем о teacher educators, what they do, what are their professional identity, какая их профессиональная идентичность. Это главная задача и главная проблема, которую необходимо решать. Мы стараемся подчеркнуть в нашем университете. Еще раз, важная связь между официальным и скрытым учебным планом, что мы называем программа процесса, когда могут быть интеграция различных компонентов. Мы также должны учитывать и скрытый, неявную программу, особенно что касается профессионального обучения, сотрудничества между школами и университетами и исследования, опять-таки, ключевой элемент интеграции практики и теории, что было еще одной особенностью, о которой останавливался подробно господин Уиллс. Необходимо развивать педагогику и идентичность студента, поскольку, что важно, на мой взгляд, нужно понимать, каких именно учителей мы готовим, и как мы можем будущих учителей предоставить эту возможность, чтобы они могли думать о том, что это значит быть учителем, и также о профессиональной этике, целях и так далее. И в конце педагогическое образование необходимо фокусироваться на том, что из себя представляет идея учителя, его профессиональная идентичность, его понимание этой идеи. Если то есть, чтобы понимать в этой профессии, как, скажем так, возможность перехода на новую модель и нового понимания. Большое спасибо.